Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Со мной моя ручная обезьянка Мирончик. Здесь же Настенька, Артемка и Родион. Сегодня я вас приглашаю в интересный выпуск. Мы приехали в Дивноморское. Даем второй шанс этому поселку, потому что, во-первых, набрал первый выпуск прилично просмотров и прилично комментариев, что да нет, вы просто так попали, здесь море наоборот чистое, пляжи классные, вообще здесь отдыхать очень клево. И я не спорю, мне бы очень хотелось посмотреть. Я отдыхал здесь с детства и, в принципе, мало что помню. Ходили мы, значит, в тот, Баргузин, санаторий военный, да. Все показывали, все рассказывали, была такая прогулка по следам детства. Сегодня сюда снова приехали. Сегодня у нас 20 или 21? 21. 21 мая. Посмотрим, как сезон будет. Посмотрим, как здесь приготовились к сезону, друзья. Так что ставьте лайки, пишите комментарии. Если я что-то неправильно скажу, поправляйте. И погнали. А начинаем мы нашу с вами прогулку где-то вот здесь вот. Единственная вывеска, я вижу, причал 97, это улица Курортная, дом 10. Здесь сразу такой вот гостевой какой-то домик. Очень красиво разрисовали, мне прям нравится все эти арт. Пляж, факел, кафе, терраса. Туда дальше по прямой, возможно, то, что дойдем. Но хочу прогуляться именно на основной набережной, где, собственно, происходит и вся движуха. Море сегодня, как вы видите, штормит. Здесь опять какой-то сильный ветер, который начинает прям сдувать. Ой, да. Надеюсь, в микрофон будет бить не сильно. Ух ты! И вот мы попадаем. Посмотрите, вот все уже видно. Давайте сразу подойдем к морю. Подросли очень много, но я не знаю, ребят, ну правда. Возможно, окей, сегодня мы снова спишем на то, что сегодня ветер и море штормит, поэтому принесло вот такое вот большое количество водорослей. К краю не подходите, волна бьет. Вот пока такая ситуация. Ветер очень сильный. Вот, мусора тоже накидала. База отдыха. Блин, прикольно, вот на самом деле все равно вот так вот живешь. Вот домик вышел, сразу по лесенке спустился, и вот у тебя пляж. Не знаю, как внутри, но ценность просто бомбическая. Смотрите, здесь подготовили вот такие синие воздушные пластиковые штуковины. Из них делают пирсы. Воду выходят пирсики такие, и к ним уже подкатывают всякие катамаранчики, гидроскутеры и прочие. Какой сильный ветер, я прям не могу. Так вот, видите, накидало в море много палок, много-много мусора. Ребятки сидят, играют в нарды. Здесь этот же гостевой дом. Красивые арт разрисовали. Что здесь у нас? Такой большой-большой дельфин. И вот эта часть набережной, она такая более развитая, более новая. Сейчас я вам покажу. Здесь куча всяких скульптур. Ну, пройдемся, все посмотрим. Самим, как говорится, интересно. Но, к сожалению, снова море вот такое. Сильный ветер. Не покупаюсь я, к сожалению, сегодня снова. Так, поставили зонты беленькие, смотрите. Пока пляж не выровняли, его сбивают. И вот, о, открылся маяк, вот это кафе его. Оно было закрытое, медвежата, ну, пацаны, как всегда, сразу залазят. Мишки. Да, все правильно. А теперь уже открылись. Прикольненько. Чистенько, хорошо. Так. Ну, видишь, погода опять нам не повезло. Ну, погода снова вообще дует сильно. Да, ветер холодный, он такой промозглый. Есть вот такие беседочки. И, конечно же, все покрасили, освежили, все, беленький цвет. Красота.
Даже пляжи, кстати, свалили с кучами. Сейчас поближе подойдем, покажу. Видимо, чтобы не смыло гальку. Вот оно стоит, сердечко. Люблю Дивноморское. Здесь вот столовка открылась уже. В прошлый раз, да, вот мы приезжали, ничего не работало. Были только... Месяц назад, да. Работали только чебуреки, мы, собственно, там и покупали. Вот. Люди загорают. Так, и вот куча, видите, про которую я говорил? На пляже как-то это все вот так вот сделали. О, детки пошли по скульптурам. Пивной дом открылся. Так, здесь пока все закрыто. Тут вот даже стоят такие зеленые музыканты. Вот еще одна такая беседочка. Видите, красивая. И хочу прогуляться на пляж. Бунгалы стоят, но еще все не особо расставлено. Вот они уже, видите, подвезли сюда лежаки. И вот они, кучи. Покажу поближе. Ну, выглядит пока все так себе. Я, конечно, уверен, что здесь в сезон, да, действительно все лучше гораздо. Видно, что их свезла техника. Видимо, сейчас дождутся, когда закончатся эти ветра. И, так сказать, сделают пляж более шире. Туда все это в море спустят. Но пока вот как-то так. Аквапарк пока тоже не функционирует. Сейчас поближе к нему подойдем. Вот, честно говоря, как приятно. Вот приехали в Дивноморск, и к нам сразу подошел наш зритель. Немножко пообщались. Тоже вот здесь отдыхает в Дивноморском. Конечно, приятно. Я еще пока не научился снимать на камеру своих зрителей. Вот, поэтому как-то сразу... Раньше вообще тупил, когда ко мне подходят. Сильно. Да, сейчас хотя бы не туплю, но, по крайней мере, но не снимаю. Потому что, ну, возможно, не каждому понравится, не знаю. Вот, поэтому только вот пока так рассказываю. Все, мы двигаемся дальше. Вот здесь, видите, все подкрашивается. Молодцы, ребятки, готовятся к сезону. Надеюсь, сезон будет как следует. Здесь открылась, смотрите, пицца. Сеть пекарень «Тредельник». Соки пива, авторское пиво. О, закрыто пока. Чебуреки качественные. Посмотрите, какой ветра дуй. Живое холодное пока тоже закрыто. Блин, слушайте, на самом деле безумно хочется туда приехать именно в сезон, посмотреть здесь движуху. Здесь вот тоже пооткрывались уже палаточки пивные. Вообще повсюду пиво. Тир. Здесь тоже открылись, даже уже фиш-спа открылся, эти пилинги в аквапарке что-то чинят. Видимо, настилы стараются. Так, вот они, чебуреки, вот она вывеска висит, где мы тогда и покупали. Там уже даже открылись какие-то палаточки. Ну, такая туристическая улица туда уходит. Мы в прошлый раз там оставляли машину. Бочонок, продукты, тир. Ну классно, смотрите, здесь уже даже музыка играет, и уже повеселее. Вот, а с этой стороны бассейн, кстати, глубокий. Маленький, но классно, что есть. Согласны со мной? Здесь скоро откроются, надеюсь, откроются вот эти машинки с такой этой, как она, с электрической, короче. Вот, надеюсь, все будет добротно выглядеть, но пока вот в таком вот состоянии. Я на самом деле снимаю это хотя бы для того, чтобы, возможно, те, кто занимается, увидят со стороны, как что выглядит, и попытаются исправить, и постараются улучшить. Здесь вот эта река впадает, она очень глубокая. Здесь ловят рыбу, так к краю не подходите, пожалуйста. Артем, пойдемте. И начинается мост. Парни, пойдемте. Мост на самом деле такой достаточно крутой, но с него открывается вид на море. Кстати, здесь не бухта, здесь открытое море, поэтому, в принципе, здесь и штормит, и цвет моря другой, и волны здесь совершенно другие. Влюбленные любите, одинокие найдите, любящие цените. Вот такая табличка, такие замочки. Можете здесь тоже, когда будете, здесь что-нибудь повешать. Вода, по крайней мере, в реке очень и очень чистая. Обалденно. Шторма здесь совершенно другие, сколько люди тоже писали в комментариях, пляжи и все там такое разрушенное, ржавое.
из-за того, что зимой очень сильные шторма. Но посмотрим, сейчас дойдем, по крайней мере, уже буквально через несколько дней, да, у нас июнь, и должны все сделать, и должны уже, в принципе, все подкрасить. Сейчас дойдем, посмотрим. Здесь палатки тоже пооткрывались, но все равно не так обильно, что-то еще закрыто. Хотя сегодня суббота, и многие просто сюда приезжают погулять, вот, например, как мы. Огромный детский, как он правильно называется? Парк. Веревочный парк, да. Тоже уже в состоянии почти открытия. Баум! И мы попадаем вот на пляж. Так, здесь бар пока еще не функционирует, но, по крайней мере, его уже покрасили. Смотрите, как он красиво. Какой цвет красивый, такой серенький. Поставили вот такие вот лампочки, значит, здесь вечером будет классная атмосфера. Бунгало тоже уже установили, но еще не расставили. Сделали такой настил, переодевалочка круглая. Вот такой вот пляж. Ну, его разровняли, да, убрали палки максимально. Потому что в тот раз мы приезжали, была просто жесть. А сегодня бахает такой ветер. Тогда даже море было, ну, другое. Здесь сейчас даже грешить на море не могу, потому что действительно на море шторм. Открытое море. Ну все, давайте подойдем, посмотрим. Вау! Ой, как ноги-то обрызгало. А, какое ветрище! Вот это да! Штаны так... Во-во-во-во-во, видали как? Мы попадаем на набережную сейчас вместе с вами и сразу начнем с приятного. Ой, если нас позволит, конечно, ветер. Коляску прям сдувает. Смотрите, здесь вот все подкрасили, здесь выглядело все так не очень презентабельно. Травку покосили. Ну, единственное, что на траве много мусора, но опять-таки, да, это объясняется тем, то, что очень сильный ветер. А в целом, ну, все убрано. Сейчас вот это все приберут, это все мелочи осталось, и все, сюда можно будет приезжать. Меня больше интересует вообще вон тот вот край, покрасили ли там вот эти ужасно ржавые все штукенцы. Типа не волнореза, я не помню, как они называются, в общем, где, куда люди заходят и загорают. Очень, конечно, интересно. Вот он, скульптура. Я люблю дивноморская. Традиционно. Что, Настя? Ничего, я с ребятишками. Мирджан, пойдем к папе. Не к папе пойдешь? С мамкой будешь? Папе? Ну давай, иди ко мне. Пирс, там он рыбаки рыбачит. А здесь хочу вам показать пляж. Смотрите, как шторм намыл, сколько мусора. И здесь гораздо грязнее море. Надо для контраста. Ой, какие запахи. А там какие волны разбиваются. Все, бежим туда. Хочу волны смотреть. Вместе с вами сейчас будем наслаждаться волнами. Я обожаю. Люблю бетон за то, что можно полюбоваться волнами, которые так разбиваются. Так, вот она, табличка. Я люблю дивноморское. Тоже, кстати, подкрасили, но все равно ржавчина проступает. Так, вышка спасательная. Ну все, ну вообще молодцы на самом деле. Приводят в порядок, как в принципе мне и писали. Не переживайте, в конце мая все сделаю, здесь будет по красоте. И на самом деле так оно и есть. Все, я не переживаю. Волнорезы здесь, кстати, красивые. Позвольте, я сравню, например, в Адлере волнорезы, да, и в центральной части Сочи, они просто безобразные. А здесь красивые, сделанные аккуратненько, забетонированные. Даже не докопаться до них, реально классные. Вот если делать волнорезы, то пусть они хотя бы будут вот такие красивые, нормальные. Смотрите, сколько палок, бревен, пеньков свалено. Да уж, а здесь вода, море прям аж черное, посмотрите, прям чернота, как будто, я не знаю, не водоросли это, а нефть какая-то. У-у-у, какое ветрище, да, парни,
Так, ладненько, двигаемся с вами дальше. Здесь за заборчиком, здесь, по-моему, этот военный, территория военного какого-то, не помню, поставили лежачки теневые эти. И все, люди здесь уже отдыхают. Так, что здесь пишут? Сегодня 21 мая, воздух 17, вода 15, лечебный пляж номер 1. Ну какая бы вода ни была, купаться все равно. В такой воде, конечно, надо быть отмороженным. Ну что, волны сильные вообще. Ну и плюс еще грязная вода, поэтому, конечно, ну, не стоит. Лучше подождать, когда не будет такого ветра. Тут видно, что мокрая территория, видите? Потому что бьют волны. Слушайте, ну сейчас вообще просто понаслаждаемся этими волнами. Да, волны здесь, конечно, вообще все разрушают. Смотрите. Да, сынок, красота. Ой, какой кайф, а? Ну где же волна? О, нет? Во-во-во, вот это, да. Смотри. Нет. Вон та следующая, наверное. Сильная, ага. Вот, да, вот сейчас, по-моему, бах. Если ее не срубит. О, смотри. Бау! Все срубает. Да, сынок. Так, ну ладно, на самом деле, можно пойти чуть дальше, вон там вообще бьют сильно. Пойдемте, наверное, сам. Ладно, двигаемся дальше, заходим за забор. И что? Смотрите, какая красота! Лавочки покрасили. Мы прям, я прям вообще прям переживал. Здесь ступеньки покрасили, да, их, конечно, и тут никто не зашпаклюет, ничего. Но, по крайней мере, посмотрите, какой внешний вид сделали. На, подержи его, Настен, я пойду наверх поднимусь. Показать, как было. Да, давайте я прямо сейчас здесь кадры вставлю, как было, и вы посмотрите. Вот эти можно подняться, ну, наверное, летом. Сейчас нельзя. Я хочу подняться наверх, посмотреть, как здесь. Ну, здесь, в общем, навес получается, здесь стоят лежачки, и можно загорать. Ну вот, смотрите, все перила. Чистенькие, аккуратненькие. Красотища! Молодцы! Еще бы что-нибудь с полом, если придумать, вообще будет красота. Пойдем, парни. Двигаемся дальше. Здесь вот тоже ступеньки. Все покрасили. Вообще, кстати, красиво смотрится бело-желтый цвет. А вот здесь вот еще, видимо, пока не дошли. Тут вообще на пляж. Видите, как все? Смыло просто, волна доходит прям до ступенек. Ну да. Здесь уже часть не покрашенная. Диско Европа кафе, здесь, видимо, дискотеки проходят. Ну, в принципе, мне и писали в комментариях, что действительно это так. Гляньте, какие сегодня волны. Много сегодня моря вам, ребята. Да, да много мусора в море, конечно, оно же все поднимает. Кстати, кто-то написал, что вот эти пляжи очень похожи, типа как Индия. Вот такие ступеньки, и дальше река Ганга, но у нас вот Черное море. Ой, смотрите, там какая красота. Кафешки. Ладно, сейчас попозже там пройдемся, пока по набережной. Вот они, волны. Вот здесь можно действительно понаслаждаться, полюбоваться, как они сильно разбивают набережную. Да, брызги прям вот сюда залетают. Ух, вообще. Вот ступеньки прям мокрые. Не надо за мной ходить. Сейчас подождем парочку. Да. Ну классно. Вау! Правильно Артем говорит. Смотри туда. Смотрите, как жестко. Даже бетон не справляется. О, пошла. Покатило вообще, слушайте. Ой, кайф вообще. Просто с головой аж накрыло меня.
Ой-ой-ой. Да, Мирончику вообще нравится. Да, классно? Нравится, сынок, да? Да, кому не понравятся такие волны вообще? Да, сегодня прекрасный шторм. И на самом деле, вот я сейчас увидел, здесь действительно сила. Что здесь происходит зимой, конечно, остается только догадываться. Если бы мы здесь зимовали, я бы обязательно сюда приехал, какой-то лютый шторм. Но на самом деле здесь, если бы не... О, какая волна, смотри! Если бы не волнорезы, я думаю, что здесь просто все бы посмывало. Посмотрите, что творится. Вот это здесь бахает. У меня есть фотографии, когда я был маленький. Я вот на этом вот выступе стоял и тоже ловил волны, чтобы меня вот так вот накатывало летом. Да. Волны сильные. Вот, смотрите, бух. Мы прям сейчас стоим в той зоне, если жахнет волна. Во! Прям до кроссовок долетело. Да. Посмотрите, какая красота вообще. Вот сила. Если там подкрасили, то здесь покрасили перила только, да, и сделали навес. Вот, в принципе, я думаю, что везде будут вот такие навесы. Там как раз ребята шнуруют. Ну, еще есть, да, там дней 10, я думаю, когда прям в плотном, так сказать, режиме поедут сюда отдыхать люди, ребята стараются, чтобы здесь все выглядело великолепно. Если у нас получится летом здесь побывать, конечно же, будет очень здорово. Вот, а мы с вами подошли как раз к тому месту, где я был маленький, и здесь тоже вот так вот ловил волны. Вот здесь вот, посмотрите, какая красота. Смотрите. Да, волны невероятные. Ой, Мирончику прям нравится. Смотрите, баум! Что творится? Самое такое место, где волны действительно очень сильно разбиваются об бетоны. Вот это да! Не дай бог туда упасть вообще. Вот это месиво. Надеюсь, сейчас получится поймать какую-нибудь большущую волну. Вот так вот. Да, в прошлый раз мы сюда приезжали, было море-то спокойненькое, но прям грязное. А сегодня действительно шторм. Воу! Обалдеть! Вот это сила! Вот поэтому здесь и такие беседки все ржавые, поэтому здесь такие бетоны потрепанные, потому что море здесь показывает как нужно. Вот сейчас, наверное, волна будет очень серьезная. Бьется и стелится прям по волнам. Да. Да, я вижу. Смотрите на волнорез, как там на самом краю разбивает волна. О, вот это было сильно. Ух, да, слушайте, вот здесь, конечно, вот здесь вот кадры просто обалденные будут.
ну! Много сегодня моря! Воу! Вот это да! Во, какая сильная идет! Вот это красота! Вообще! Еще хочу вот здесь поснимать. Какие здесь волны! Здесь прям тоже очень сильно об эти парапетки разбивается. Фу, вообще! Вот это да! Вот это идет волна, слушайте. Если накроет меня, мало, конечно, не покажется. Гляньте, какие сильные вот тут вот. Бам! Красота! Немножко с волнореза. Вот волны, прям посмотрите, как бетон разбивают. Все туда, туда, туда. Ой, вот это была сильная. Смотрите, что творится. Да. Стихия здесь, конечно, серьезная. Не то, что в бухте, в Геленджике. А, ну и, конечно, не без отчаянных. Вон в шторм мамка с детьми идет купаться. Конечно, так делать лучше не нужно. О, волна ее, бам, просто сбивает с ног. Да, волны серьезные. Помимо того, что можно от волны пострадать, так еще и можно наглотаться грязной воды, и весь отпуск пойдет вообще на смарку. Дети заходят. Не, лучше не пускайте. Вот мои зрители, лучше детей не пускайте в такой шторм купаться. Не нужно это, небезопасно. Сколько случаев было, что несчастно, что потом только плачешь. Да, не, море сегодня прекрасно, несмотря на то, что оно грязное, но это же шторм! Красота! Вот идет волна. Баум! Ой, как Мирончику нравится, а? Здесь вон люди купаются, вон даже мировой Родиончик возмущается. Смотрите, люди купаются, в воду заходят, загорают. Ну, здесь такая типа самообразовавшаяся бухточка, и причем даже есть песочек. Сейчас подальше пройдем. А, я-то хотел прям сюда зайти, а сюда мы не зайдем. В прошлый раз ходили, сейчас не зайдем, потому что повесили замок и закрыли забор. Здесь, кстати, волны не такие сильные, конечно, но тем не менее, купаться здесь я бы не стал. Сейчас такой шторм. Мы решили подняться немножко по лестнице. Вот так вот, смотрите, сверху все это выглядит. Волны серьезненькие сегодня. Мы в прошлый раз туда не ходили. Сейчас хотим посмотреть, что там. Привет! Привет! Там хороший вид, да, наверное? Поднялись. Здесь написано «Голубая даль», а-ля 3 звезды. Но кто-то 1 звезду отклеил. Видимо, теперь 2. И написано, что вход по предъявлению пропуска. Сверху как все смотрится. Набережная. Навесики. И отсюда начинается набережная. Сейчас как раз пройдем на центральную часть набережной. Там, где вот это кафе, дискотека. Посмотрим. Опа! О, широкая, пока пустая. Красиво. А здесь не подкрасили. Не знаю, будут или нет.
Возможно, будут сосны. Красота. Здесь вот готовится к открытию все. Кафе «Лазурь» будет называться. Диско Европа кафе. Кафе Курё. Курёнёк. Куренёк. Куренёк. Там вон веревочный парк. Вот. И вот она такая центральная. Некая центральная часть. Так что если вы сюда приедете отдыхать, знаете, будет сидеть на новеньких стульчиках. Маленькая кофейня. Так и называется. И вот, собственно, такой бар, который я вам показывал с пляжа. Вот здесь вот такая вот атмосфера. Люди уже сидят, отдыхают. Все прекрасно, хорошо. Сезон почти наступил. Люди уже потихонечку едут. Ну и, конечно, Дивноморское не исключение. Вот такой вот Дивноморск или Дивноморская. На самом деле везде написано по-разному. Вот здесь, например, Дивноморск. Когда заезжаешь сюда, Дивноморская. Кто здесь отдыхал, пишите в комментариях, как вам здесь отдыхается. Сегодня посмотрели стихию и посмотрели, как море разрушает набережную и пляжи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике.